Всем привет, с вами Глент и вы на моем канале. Сегодня у нас будет очень интересный челлендж. Я буду сражаться против искусственного интеллекта. Короче, есть такая специальная игра от Google, называется Quick Draw. Ну, типа, простые рисунки. Программа будет говорить, что мне нарисовать, и за 20 секунд я должен буду это сделать. Если программа угадывает то, что я нарисовал, мы переходим дальше. Если нет, ну, мы тоже переходим дальше, но здесь я придумал себе усложнение. За каждый неотгаданный рисунок я буду донатить по 2000 рублей стримерам. Поэтому мотивация хорошо рисовать у меня здесь будет присутствовать. И сразу же хочу вас попросить поставить лайк под этот ролик, потому что это экспериментальная рубрика. Если вам залетит, будем еще что-нибудь такое придумывать. Но здесь важен ваш лайк. Это прям реально очень-очень важно. И еще поставьте лайк, если нравится, когда мы донатим стримерам, потому что пока что непонятно. Вроде бы и да, а вроде бы и нет. Ну, как бы лайки все решают. С вас лайк, а мы начинаем. Ну что ж, добро пожаловать на этот сайт, и перед тем, как нажать кнопку начать, давайте посмотрим набор данных в виде рисунков, и просто посмотрите, сколько их. Вот что рисуют люди. Ну, в принципе, я все здесь могу узнать. Это попугай, это парашют, это лопата, шорты, череп, смайлик, улитка. Ну, короче, все легко узнать. Я надеюсь, что сегодня со мной будет точно так же, и я не затуплю. Итак, нажимаем начать. Нарисуйте предмет квадрат. Это легкотня. Оп, вот, нарисовал. Ладно, ладно, я шучу. Вот, квадрат, держи. Это не локоть, это квадрат. Все, все правильно. Черника. Подождите, а как выглядит черника? Вот, походу, я на бабки и попал. Так, вот кружок, и тут дырка сверху. Угадала! Это черника, все правильно. Стиральная машина. В принципе, по факту, если я сейчас поставлю круг, уже понятно, что это. Да, узнала, все супер. Маяк. Ну, тут вообще легкотня. Вот так и вот так. Или палец. Это не палец, это не ноготь, это маяк. Или штаны. Это же маяк. Это же маяк. Да, угадала. Амбар. Что такое амбар? Я гуглю. Я не знаю, что это такое. А, амбар — это обычный домик. Ну, я так и думал. Так, значит, вот. Это дом. Точнее, ну, это амбар. Так, как, ну, вот, вот окошко. В смысле это замешательство, женщина? Это амбар. Я попал на бабки. Ну, как она не узнала амбар? Чё за бред? Какой-то странный искусственный интеллект. Нарисуйте велосипед. Ну, тут уже вообще никаких проблем нет. Колесо, колесо. Это же велосипед. Да, все верно. Она угадала почти все, кроме амбара. Мне интересно, как другие люди рисуют амбар. Подождите, а вот этот вот рисунок не похож на вот этот? В смысле? Чё за бред? Ты просто заскамил у меня на бабки. Ну давайте еще раз. Нарисуйте шестиугольник. Легко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестиугольник. Угадала, красава. Колено. Ну вот. Раз, два. Или небоскреб. Это не небоскреб, это колено. Да, угадала. Нарисуйте звезду. Легко. Это меня еще в школе учили. Вот так, вот так, вот так, вот так. Это звезда. Все верно. Попугай? Так, ну вот попугая будет тяжело нарисовать. Может, это пингвин? Это не пингвин. Попугай! Да, угадала! Теперь мне нужно нарисовать туалет. Ну вообще, легкотня, вот, смотри. Или дом, или дверь. Может, это тостер. Или замок здания. Ну, какой кондиционер? Это туалет, женщина! Быстрее! Так, ладно, нарисую еще раз. Ну вот же. Как она не узнала туалет? Это же было так элементарно! Ты скамишь меня на деньги, женщина! Ребята, кстати, мы уверенно двигаемся к цели 11 миллионов подписчиков до Нового года! Но есть одно но! Нам не хватает именно тебя, человека, который прямо сейчас смотрит этот ролик и не подписан на канал! Почему ты все еще этого не сделал? Красная кнопка подписаться снизу так и манит нажать на нее! Обязательно это делай! Во-первых, ты поможешь нам достичь нашей цели в 11 миллионов подписчиков до Нового года. Во-вторых, ты сделаешь нам самый приятный подарок. А как это обычно бывает, подарки возвращаются в ответ. Поэтому я более чем уверен, что если ты прямо сейчас подпишешься, то тебе подарят очень крутой подарок на Новый год. Я прям это знаю. Но только если ты подпишешься. Ну а тем, кто уже подписан, огромное-огромное спасибо. Главный мой подарочек — это вы. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, а мы идем дальше. Следующий предмет — Мона Лиза. Ну, вот, смотри. Женщина с волосами. Это не собака. Это не обезьяна. Это не медведь. Это не комар. Это... О, Мона Лиза, угадала! Да! Это все потому, что я рамку нарисовал. Догадался. А как люди рисуют туалеты? Нифига. Ну, это четкий туалет. Вот это четкий туалет. Вот это не четкий туалет. Это как будто вообще телевизор. Ну, я же почти точно так же нарисовал. Алло. Ну, почти. Фух, ладно, давайте еще раз. Следующим рисунком у нас будет ураган. Ураган рисуется, в принципе, вот так. Угадала за 3 секунды. Облачко. Облачко тоже легкотня. Это облако, согласен. Гриб. Тоже легкотня. Ё-моё, что за легкие задания? Я же так денег даже не потрачу. Ножницы. Раз, два и перекрестие. Ножницы. Песочные часы. Да что за легкие задания? Вы чё? Ребята, я походу взломал систему. Мне дали... А, да, все угадала. Я думала, она не угадала. Катер. Что такое катер? Это вот эта штука? Это не стейк. Это не стейк, это катер, женщина. Как выглядит катер? Или ванна. Это не ванна, это не барабаны, это катер. Это катер, женщина. Как выглядит катер? Один в один же. Что за бред? Почему ты не угадала?
прикалываешься? То есть, подожди, вот это для тебя не катер, а вот это для тебя катер? Прикол какой-то или что? Я просто не смог нарисовать какой-то кораблик, и ты забрала у меня эти деньги? Давайте еще раз. Вертолет. Ну, тут вообще легкотня. Вертолет, все верно, угадала. Кошка, а в смысле, а если кот, то как рисовать? Так, угадала кошку, я даже не дорисовал. Таблица, ну это вообще легко. Вот, держи, раз, два, три, раз, два, три. Это же таблица, все верно. Теперь она предлагает мне нарисовать носорога. Чего? Или трамплин для прыжков в воду. Это не трамплин для прыжков в воду, это носорог, все верно. Теперь нужно нарисовать клавиатуру. Ну в принципе она передо мной, поэтому будет легко. Трамплин для прыжков. Это не трамплин для прыжков в воду. Это не бассейн, это не ботинок. Это не спальный мешок, это клавиатура, алло, женщина. А если вот эту самую узнаваемую часть клавиатуры? Нет, не угадала. Блин, я забыл, что 20 секунд дается. Пожарный гидрант. Ну, в принципе, вот что-то его рисовать. Вот, как в американских фильмах. Есть, угадала. Подождите, стоп, что? Клавиатуру она тоже отгадала? Да ну, реально отгадала, прикол. Ладно, идем дальше, рисуем грузовик. Ну, здесь все понятно. Раз, два, это грузовик, все легко. О, опять сказала облако нарисовать, это я умею. Да, это облако. Помада. Тоже легкотня, в принципе, да? Так, помада. Ебой. Опять носорог. Почему начали повторяться? Вентилятор. Ну, тоже легко. Или линия. Да это вентилятор. Какая рыба? Это не фламинго, это вентилятор. Это не попугай, это вентилятор. Это вентилятор. Это не знак, стоп, это вентилятор. Это вентилятор. Это вентилятор. Это был вентилятор. Она просто забирает у меня деньги. Нарисуйте палец. Средний сейчас тебе нарисую, смотри. Вот, это палец. Подождите, ну как другие люди нарисовали вентилятор? Вот это вот вентилятор? Вот это вот вентилятор, ты хочешь сказать? А чем тебя мой не устроил? Все понятно. Спасибо, мне все понятно. Давайте еще раз. Корзина. Ну, если я корзину не смогу нарисовать, ну все, я считаю, не художник. Это не банка краски, это корзина. Фу, корзина. Я так боюсь, когда надо докинуть вообще какие-то другие вещи. Тромбон. Или саксофон. Это не саксофон, это тромбон. Чем отличается саксофон от тромбона? Срочно ответьте мне. Это тромбон, женщина! Может, это рыба? Это не рыба, это тромбон. Ну вот, дуда вот такая. Что за прикол? Как выглядит тромбон? Я гуглю. Я думал, это дудой называется. Но с другой стороны, я не музыкант, я художник. Какой, блин, тромбон? Зато шлепанцы легко нарисую. Ой, 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 заблюрьте это. А, они угадали, что это шлепанцы. Ну, не знаю, я подумал о другом. Но искусственный интеллект понял, что это шлепанцы. Теперь рисуем кита. В принципе, кита легко нарисовать. Это кит, да, это кит, женщина. Следующий предмет у нас теннисная ракетка. Ну, вот так вот. Я думаю, она все поймет. Это же искусственный интеллект. Все должно быть понятно. Да, угадала теннисную ракетку, прикиньте. Панда. Вот, сейчас. Это пока мишка, подожди, спокойно. Или картофель. Это не картофель, это панда. Ну, медведь с фингалом. Да, угадала? Yeah! Стереосистема. Зачем я нажал на часть, я даже не знаю, что это. Ну, нарисую колонку, чтобы звучит с колонкой. Может, это книга. Или комод. Или паспорт. Ну, это стереосистема. Ума не приложу, что это? В смысле, ума не приложит? Это стереосистема. Это не светофор, это стереосистема. Пожалуйста, скажи, что это стереосистема. Ну, я тебя прошу. Вы. Как выглядит стереосистема? Что не так я нарисовал? Подождите, вот что не так конкретно я нарисовал? Вот стереосистема, держите. Что за бред? Ну, на меня скамит, отвечаю. Теперь нам нужно нарисовать бриллиант. Это легко. Просто с меня срисуйте. Это же бриллиант. Отгадала. Свитер. Тоже легкотня. Это же свитер. Свитер, отгадала. Ну и картофель. Ну, картофель, что тут рисовать? Пу, изи. Так, подождите, она не отгадала стереосистему. Как другие люди рисовали стереосистему? Конечно, давай. Разведи меня на донат, не посчитай стереосистему. А что не так в моей? Почему ты вот это считаешь за стереосистему, а вот это нет? Такая же колонка, алло, женщина. Дурацкий искусственный интеллект. Эй. Извини. Сумма у нас получилась 12 тысяч рублей. Погнали донатить. Ну что, я нашел первого стримера, и мне он очень нравится. Дело в том, что он не матерится, он играет клево, у него хороший звук, хорошая вебка, у него подрублен чат, у него все работает без лагов. В общем, показатель идеального стримера. Я так понимаю, он себе собирает на настенную полку. Ему не хватает 4500, я хочу задонатить ему 6000 из 12, потому что он реально клево ведет стрим, очень интересно, и что самое важное, не матерится, это очень круто. Все, донатим ему 6000. Удачи, клевый стрим. У тебя есть ли он? Оплатить. Что? Что такое? Фига у него реакция. Что? Что? Да вы в Африке? Стоп, игра, тайм-аут, что? Стоп, игра, тайм-аут. Да ладно, кому скажи, не поверят, это Глент. Чего? Леон? Братишка Глент, у меня все есть. Так вы посмотрите, какой он прокачанный. Что происходит? Вот эта реакция, нифига себе. Может, ему вообще все 12 задонатить? Вот прям хочется почему-то. Заходи, Глент, я покажу тебе Леона. Я тебе все могу показать. Бля, у меня же глаза сейчас бегают, обалдеть. Очень хочется посидеть на стриме дальше и, может быть...
Может, остаться? Я не верю просто. Я просто не верю, Ваня. Ваня, ты тут? Блин, может, ему еще 6 задонатить? Такой позитивный человек. Так, написал ему в чат. О, Глент, это Глент. А, чего, Глент? Что происходит? Да ладно! У него 51 тысяча кубков. Он скоро станет топ-1 в России. Чего? Он с харизмой, чувак, вообще, он крутой. Я думаю, он будет очень популярный на Ютубе. Вот ему еще чуть-чуть постримить, и у него будет, ну, миллион точно. Ладно, ребята, все ради контента. Я предлагаю задонатить ему еще сверху 6 тысяч, рассчитаться с долгом перед вами и как раз-таки поднять ему настроение, потому что чел идет в топ-1 России и мира. Ему просто нереальный респект. Сейчас задоначу. Почему-то ему вообще не жалко. Давайте додонатим ему 6 тысяч, напишем: я думаю, что у тебя все получится на Ютубе. Давно таких стримеров не видел. Ну, кроме меня. Он такой крутой. Вот он заставляет донатить ему. Да, чего? Да ж как такое могло произойти? Че, не верю сейчас, что так все сложилось. Да ну. Блин, я... Спасибо тебе, реально, Глен. Нужно, может, какой-то контент сейчас сделать? Просто... Не, контент ты уже сделал. Твоя реакция сделала весь контент. Ты очень крутой. Пойдем, Глен, на больших кубках сыграем. На каких кубках? Куда? Давайте самые большие, которые... У тебя есть что-то большое? У меня нет 35-го ранга, у меня такая есть... Не 35-й ранг, у меня такого, у меня даже 25-го нет. Ладно, ну чё, погнали сыграем. Чё, меня пригласили поиграть в Brawl Stars. Чё не поиграть? Погнали. Подождите, а в какую мы вообще игру играем? Ну, в плане, я только в столкновение играю. Куда я полез? Чё мы делаем, пацаны? Вы уверены в том, что вы хотели взять меня? Тут пацаны какие-то жесткие. Вот, не, не добил, ладно, ничего. Он отпрыгнул. Отлично, он выжил. Хорошо. Конечно, выжил. Я же профессионал. Вы что, не знали? Блин, просто что за происходит? Нужно затащить, братишка, нужно затащить. Я не знаю, как затащить, братишка, я не знаю. Я умер. Ничего страшного, у мастеров тоже бывают ошибки. Ничего страшного, я тоже так считаю. Ну, это просто какие-то профессионалы. Огромный респект вам за то, что дали сыграть с профиками. Я не умею так еще играть, извините. Может, он еще раз захочет сыграть? Не-не-не, ребята, мне надо идти это, работать, там все дела. Спасибо, что пригласили, удачи. Ну что ж, предлагаю понемножечку заканчивать. Вот такой вот ролик у нас получился. Стример, вообще ты можешь благодарить искусственный интеллект, потому что если бы он все угадывал, я бы не задонатил. Но у вас, ребята, я попрошу поставить лайк под этот ролик, подписаться на мой канал, написать свой комментарий. Всем пока.